Всемогущий предписал нам жить в своей стране по одной причине, чтобы мы могли контролировать свою судьбу, не подвергаться влиянию культуры большинства. И вот мы говорим, да, арабы должны иметь равные политические права. Вопрос не в арабах, вопрос в неевреях. Арабы ничем не отличаются от всех остальных. Вопрос не в хороших арабах и плохих арабах. Если каждый араб завтра утром станет хорошим, святым. Если араб станет самым большим поклонником еврейских законов, когда-либо жившим, даже тогда он не может получить в земле Израиля статус еврея. Именно так, это еврейский закон. Послушайте, это не каханы. Трагедия в том, что люди могут годами учиться в религиозной школе, но, услышав меня, заявить это каханизм. Невероятно. Невероятно.